обалденный. Он Володя отрезал. Вам коротко, да? Ой, нет, чуть-чуть мякишки, чуть-чуть. Делали, он задрожал. Он надрожал. Да, но там длительное брожение и опарывание, и заварка, да, то есть заварка придает тесту длительное хранение, и нет, что там не брошено. То есть, видимо, вся эта хинка очень такая, такая вкусная, да? Я выражу, да? Не пробовали? Нет. То есть, мякиша, пустичность, и очень вкусно получается. Ирина, расскажите, что они на дрожжах в обычном понимании этого слова. Это на дрожжах, это все идет заварка, опара и, ну, это все с применением дрожжей, конечно. Вот этот вот хлеб, там у нас в составе входит 4 зла. Это лен, геркулес, семя подсолнечника. Кунжут. А, и кунжут. И кунжут, да. То есть тоже все это. А на закваске. Вот в этих ценниках, да, вот эта шпаргалка, если мы все равно все это сразу не знаем. Вот эти листочки надо просто надо даже записать. То есть этот хлеб сохраняет очень длительное время сохранения. То есть он не черствеет в течение там недели, ничего не будет. Вот этот? Вот этот. Там потому что очень большая влага теста, за счет которой вот эта свежесть сохраняется. Даже в холодильник надо. Да. Вот этот багет, это то же самое, мы просто форму изменили. Вот это то же самое, только разным весом сделали и какой. Но они подошли к вам. Да. Вот это у нас просто идея такая родилась, да, сделать белую ковригу, но основа вот этого хлеба, как у этого, только без зерен. После только без зерна. Только без зерна. Все то же самое, все это на дрожжах. И на заквасках, да, все идет вот это на заквасках. У нас три фирменных хлеба. Коврига черная, коврига белая, да, коврига и коврига, черная получилась, коврига такая зерновая. Вот они все будут вот там значимы. Вот этот хлеб у нас без дрожжевой. Там дрожжей нет, там только закваска, натуральная пшеничная закваска. Дрожжей вообще нисколько нет. А пшеничные славянские, они уже идут с дрожжами. Это все дрожжевое, да. Без дрожжевой у нас только нет. Вы объясните, что на закваске. На закваске. На закваске, на паре, на паре. Да, на парах, на закваске. То, что сейчас натурально, не делает никто. Натуральное брожение. То есть это такой процесс длительный. Это длительный, не то, что быстро дорожжу. Нет, это длительный процесс. Что сутки производственный цикл занимает? Закваску делаем с вечера. То есть она у вас выпраживается там от 12 до 18 часов. Если это будет заварка, то она тоже делается с вечера. И опара тоже ставится, ну, в некоторых хлебах с ночи. То есть это все с ночи. И утром мы только замешиваем тесто. Когда у нас все вот это выгодилось, естественно, все это. Лишь по-старому мы скидываемся. Да, да, у нас постряд. Видите, везде процесс быстрого, здесь ничего нет. Это а дрожжи у нас вообще весь день дрожжевой получается. Это все на дрожжах, но с применением заквасок. Там низкий процент дрожжевой. Без прессованной, не путайте их, они же покупательные будут рассказывать. Да, нам же надо конкретно... Без прессованной дрожжи. Это все с дрожжами, с прессованными, только с минимальным количеством. Тут работают закваски. Вот тут вот только закваски, здесь нет вообще дрожжей никаких. Ни в закваске, ни в хлебе, ни в хлебе. Вообще все делают. Так везде дрожжи есть, но минимальное количество. Ну, потому что у нас длительное продолжение опары. Сколько минимальное? Вы сколько раз меньше? 10? Это 10% от всей. 10% То есть 10 раз меньше дрожжей. То есть можно просто говорить, что лет раз заквас, не 20 больше. Ну, если человек спросит, да, скажите, если там есть, то 5-10%. Хорошо. А причины 10%. От обычной, наверное. Это вот как раз. Да, тут все. Ну, я так и сказала, что никаких улучшителей, никаких смеси хлебных у нас нет. То есть только на натуральном. По хлебу пшеничному также способ старый. На паре. Применение тоже запасное. Ну там тоже, ну там длительное, скажем, движение, между перешками. Пшеничный делает обычно. Обычно. То есть там опара будет в течение 4 часов, потом завершится тесто. То есть ничего ускоренного не способствует. Тоже на опаре. Тоже на опаре, да. А вот эти в основном не запасы. 4 часа опара, час теста, час расстойка, 6 часов у него получается где-то. 5-6 часов производственный цикл того. Вот того хлеба. Пшеничного. Да. Пшеничка вышла в 41-го, 43-й, славянского. Это с вечера начинается. С вечера, да. Наверное, два даже надо, чтобы все хорошо.
что есть? Это, вот, это не молочный, это деревенский. Деревенский называется. Да. На молоке. Да, ну, тоже длительное напряжение. Так, где у нас еще купеческий хлеб, да? Мы его обзвали купеческий. Здесь абрикос, бодрёвый, и черносклик. Это хлеб заварной. Срок хранения у него 4 суток. Рижский. Старым древним способом. Не ускорили. Сейчас много очень хлебов, вот этих бразильских, да? То есть человек делает там быстро. Заварку сделал, час-два и вперед. То есть тут заварка тоже свеча. Тоже закваска. Ну все, везде идут закваски. В основном закваски, даже ее очень мало. И длительное движение. Ну вот. А здесь все? А здесь? Ну, багет мы просто вот так нарезали, да, но это обычный способ. На подовой печи? На подовой печи, да, выпечка вот этого, вот этих вот багетов. Вот этих вот хлебов, всех вот этих, это все на подобие печи. Наверное, нам просто Лену попросить, чтобы она нам вот, в принципе, список сделала. Да? И в скобочках просто она нам потому сделала сразу. Характеристики, да, это запомнит всю суть. Ну, то есть, смотрите, если формовой хлеб, это понятно, это как бы в ротационной печке, да? Ну, ротацию мы не понимаем. Все, что идет вот такой без формы, круглую форму там, или в виде вот таких, такой рыночек, это на подобие печи. Рыбника нет, привет. Как русская. А где рыбничка? Да. И вот этот вот хлеб еще вот здесь. Гречневый хлеб. Это гречневый. Три полосы. Это хлеб с гречневым. Просто мы для чего это делаем, чтобы воздух эту грушу продукцию не рвало. Кто-то же царь делает, кто-то же обложится. А за досочку, наверное, лосось досочки. Это гречневая мука в составе. Масло. Да, это рыбные фарты. Надо только будет потом полотенцем накрыть. Да, у нас есть полотенце. Мы можем подышать. Вы знаете, нам прямо его вот так оставьте здесь. Мы с него будем. Да, вообще хотим. И вот прямо сюда, например, можно кусочками так. Давайте. Я хотела еще один кусочек. Нет, мне это надо ножка больше, чтобы ровненько было. Здравствуйте. Вот надо, ну да, вы же будете вот себя брать. Не лапка. Надо заканчивать. Так свинюшка классно смотрится.